Добрый день! Сегодня мы будем готовить куриные рулетики по диете доктора Дюкана. Для этого нам необходимо половинка грудинки курицы, грибы и сыр, а также половинка луковицы. Первым делом нужно порезать грибы и их обжарить. Измельчаем лук и поджарим на сковородке. Сковородку смажем несколькими капельками подсолнечного масла. К луку добавляем грибы и обжариваем дальше. Не забываем посолить и поперчить. Пока готовится начинка, мы обрабатываем куриную грудку. Грудку мы разделяем на пласты, чтобы потом в них положить начинку. Теперь мы эти кусочки слегка отобьем, чтобы получились более ровные листы. Каждый отбитый кусочек необходимо поперчить и посолить. Для начинки натираем на крупной терке немного сыра. И последний этап нашего приготовления. Теперь необходимо начинку завернуть в кусочки мяса. Вот такие получились у нас рулетики. Начинка, которая осталась у нас, мы тоже решили положить вместе с мясом. Теперь нам нужно накрыть фольгой для того, чтобы мясо было более сочное. И все это ставим на полчаса в духовку. Прошло полчаса, мы вытащили с духовки вот такие вот куриные рулетики. Теперь нам осталось посыпать все эти рулетики сыром и поставить выключенную духовку для того, чтобы сыр расплавился. После 5 минут сыр расплавился, и сейчас вы видите вот такое вот красивое блюдо. Подписывайтесь на наш видеоканал и следите за новыми видеорецептами по диете доктора Дюкана. Приятного аппетита и до новых встреч. До свидания.